В продаже появились первые молдавские помидоры. Пока, правда, тепличные, да и цены кусаются. Но фермеры говорят, что иначе никак. Затраты на ранние плоды высоки, а по вкусу, как ни крути, отечественные овощи гораздо вкуснее. Уже как неделю в продаже появились первые молдавские помидоры, правда, тепличные. Сергей Буркин из села Старые Дубосары Кривлянского района говорит, чтобы пораньше побаловать покупателей ароматными плодами, к работе приходится приступать в самом начале зимы. După cum vedeți, merge primul buchet, 2, 3, 4, 5, 6, poate să ajungă până la 10 buchete. Sculege primul buchet, apoi merge, scoate a doilea și tot așa mai departe. Сергей выращивает овощи уже 10 лет. Конкуренция растет, и чтобы получать качественный урожай, он своими силами модернизировал теплицы. Говорит, главный секрет – это фитосанитарная обработка, полив и удобрения. Ну, ай кумса, ну, ай систем дигари. И систем дигари симплу, пимпикурари симплу, с фак стропитури в тимпу рассадului, ла плантари. Și dacă în timpul când timpul e rău, tot se mai efectuează niște stropiri. Дозаточку нормы. Килограмм местных помидоров стоит 40 леев. Овощевод говорит, что цена оправдана. Мульти супер прец. Мой специал компаратор. Я интеллект фарти бене, дар пентрум продуктор аутоктон, который крешти де время. Прец есть дестуль де жузифика принче де варече. Тоати прецурли ла, начепунт ку лемне, кемие. Тоати садуся песте мына, песте доу, песте трей мынь. Сергей Буркин в свое время набирался опыта в сельском хозяйстве в Америке и Нидерландах, но впечатлений больших не получил. Говорит, наши помидоры превосходят по всем параметрам импортные, которые заполонили наши супермаркеты. Diferența dintre a noastră și lor este fiindcă cele turcești sunt crescute pe bază de vată minerală și sunt hrănite doar exclusiv în îngrășăminte minerale. Asta ca de exemplu, ca să vă imaginați, de exemplu, la o bază sunt palete cu ciment. Așa stă și acolo hrana pentru toate roșiile. De exemplu, un sac de calciu, o paletă de calciu, un palet de azot, un palet de fosfor. Și acolo tot lucrul de fertilizare face calculatorul. E se dă fiecare plantă, e se dă ceea ce are nevoie. Spre deosebire de a noastră deja au приоритеты, потому что крест по земле. По этой причине фермер призывает всех покупать местные помидоры. У мессажа фи пентру тоц прокуратор, кари тоц компаратори ди продуса арфикс компери продуса аутоктоне. Потому что компарен продуса аутоктоне, мэй датсо сперанцо имболт пентру продукатори, каса мэй продука. Дака ел а венит акасу ку ум бан, Ежегодно Сергей Буркин собирает около 20 тонн помидор.